Друзья, сообщается о срочной госпитализации в одну из больниц в Израиле нашей любимой российской певицы Жасмин. Об этих новостях мы узнали от нашего источника, который принес нам эту новость из российского шоу-бизнеса. Сообщается, что в Израиле находилась с гастролями на концерте наша любимая певица Жасмин. В гостиничном номере, где остановилась певица, ей стало плохо, и уборщица, которая ее обнаружила, сразу же вызвала скорую помощь. На данный момент она находится в больнице, ее жизни и здоровью, как нам сообщают, уже ничего не угрожает. Сейчас мы ищем возможность связаться с нашей певицей для того, чтобы взять у нее небольшое интервью, которое завтра выложим рано утром на нашем канале. Подписывайтесь на наш канал, берегите себя, своих родных и близких, друзья, и пусть вам в жизни сопутствует только удача.